возможно нормально снимать. Как можно нормально снимать? Потому что вы у меня бешеные тараканы. Кармарчиков. Ой, то есть осьминожков. Так, кто там утю таскал? Пушонок. Вот почему я их редко снимаю. Потому что они во время камеры ведут себя как неадекватные. Впрочем, как и всегда. Ай, аза. Ну, косечка. Ну, сегодня солнечно, 28 декабря. Васька. Васька, дурачок, весь в кожушках. В кожушках, Васька, дурачок. Васька. Вася. Вася у нас сидел привязанный там, потом отвязался с дома 2, убежал и ходил вот тут вот по вольерам поверху. Да? Ходил. А, это грязь у тебя. Я думала, козюськи. Стариканчик мой. Ника, вкусно. Ника старушенька у нас уже. Аза тоже. Аза, глянь. Аза, посмотри сюда. Борода посидела у Азы. Тумбочка. Тумбушечка. Что это за курдюк тут такой? Курдюк. Курдюк. Ой, курдюк, курдюк, курдюк. Ты, наверное, не достаешь почесать свой курдюк. Давай, мама, тебе почесать твой курдючок. Курдючок. Да, да. Моя девочка, на тебе ушко. Ушко возьми, возьми. Иди скорее. Это крыса веслоухая. Постоянно гавкает. Дюна. Шея, иди сюда. Шея. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда, шея. Шейка. 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 На. На скорее, шея. Ага, говорит. Белла, Белла, стукачочек. Стукачочек. Медик, ну сейчас я к тебе приду, медун. Белла, стукачок. Ай, аза. Белла, стукачок. Ой, ну не ругайтесь. Там, господи, прям голодные вы. А, шейка. Иди сюда. Вот она, моя шея. Так у нее шрам, видите, и остался. Сейчас ее отдельно сниму.